Ребят, всем привет, вы на канале Ванчик Пацанчик. Многие из вас меня просили снять игру Evil Nun на легко и на нормально, но я решил сразу перейти к уровню сложно. Там, как я знаю, школа уже не такая темная, как была раньше на этом уровне. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну, а перед тем, как мы начнем, передам много приветиков. Привет, И. Привет, Сет. Привет, кот Саймон Казначеев. Привет, Михаил Чехман. Привет, Тико Матравелли. Привет, Апельсин Слайм. Ты угадал, сколько было пасхалок, поэтому я тебе передаю привет. Привет, Зомби Зомбачок. Привет, Елена Вукалова. Привет, Денис Левченко. Привет, Насим Грю. Привет, Насим Грю, просто грб. Привет, Димон. Привет, Димон, 1 000 000. Ты угадал, сколько пасхалок, тебе привет. Привет, Fast Game Flex. Привет, Happy Guy 2009. И привет еще раз, так как ты нашел пасхалки в прошлом видео. Привет, Funny Bunny, ты также отгадала, сколько было пасхалок. Привет, Ольга Якубова. Привет, Кирилл Кирилл. Привет, Зарик За, ты угадал, сколько было пасхалок. Ребята, ну и меня просили сделать такой небольшой пиар канала. В общем, подпишитесь обязательно на канал Evil Vlad и Агент 007 Boom. Обязательно на них подпишитесь и смотрите их видео. Надеюсь, вы будете часто выпускать видеоролики. Ребят, ну на этом приветы окончились. Их было довольно много. Ребят, ну еще перед тем, как мы начнем, хочу вам напомнить то, что разработчики сделали такую презентацию, обновление. Там добавят какой-то факел. Не знаю, мы, может, наверное, будем что-то ним поджигать. Может, добавят новый кусок маски. И также добавится что-то в кладбище. Кто знает больше новостей об этом обновлении, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну ладно, мы приступаем проходить через главную дверь монашку. Приятного просмотра. Так, ребят, ну что, давайте начнем играть. Знаю, мне реально немного страшно, потому что... Ух, ну это все-таки режим сложный. Я надеюсь, у меня все получится. Ну ладно, давайте пока не будем так ужасаться. Вот, кстати, вы знали, что чаще всего, точнее 90% на уровне сложном, что монашка появляется именно на кухне. И вот так вот уровень становится гораздо сложнее. Вы не можете сразу бежать за кабелем. Вам нужно там обходить, доходить. Нет, монашка, стой, куда я уехала? Ну, она меня вырубила, эта монахиня. Ну да ладно. Так. Сейчас, ух, начинается сама игра. Первым делом мне нужно найти, как, конечно же, кабель. Так, да, я Ванчик-пацанчик, я буду хорошо себя вести. Ух, ну ладно, погнали, что будем пробовать. Ух, реально, мне сейчас очень страшно, потому что я не знаю, где монахиня, и вообще, куда, где она может быть. Ребята, ребята, вы видели эту монашку? Она только что там стояла, смотрела в окно. О, господи. Это было так страшно. Го. Главное все продышаться. Я не знаю, как она меня не увидела, как я убежал. Господи, мне так повезло. Так. Ну ладно, ребят, я сейчас буду все поаккуратнее играть, чтобы такого случая у меня уже не повторилось. Так. Где монашка? Ой, она меня увидела. А я начинаю от нее валить. Ай-яй-яй-яй. Быстро валим. Ребята, ребята, ребята. Ребятишки. Бегу, 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 бегу. Сразу бегу за кабелем. Ой, страшно. Отстань от меня, тупая монашка. Отстань, я тебе говорю. Фух. Ну все, вроде бы отстала. Слава богу. Так, здесь кабеля нет. Сейчас попробую открыть ящик. Да что такое? Почему он не открывается? Блин, у меня не так много времени. Он может в любой момент сюда прийти. Так, отлично, есть кабель. Есть маленький кабель. Сейчас пойду его сразу же вставлю. И все будет ок. Остается дело за малым. Надо только найти метлу и скинуть ящик. И все будет круто. Так, блин, тут здесь не оказалось метлы. Значит, она на первом этаже. Так. Это не очень-то и хорошо. Блин, как страшно.
Надеюсь, монашка мне больше не встретится в этой игре. Я на это очень искренне надеюсь. Не хочу попадаться в ее поле зрения. Так, сейчас открываю ручной жалюзи и сразу же бегу за метлой, не теряя ни одной секунды. Так, быстренько открываю. Это отлично, здесь метла есть. Ух. Значит, сейчас тогда иду, сбрасываю ящик. И уже здесь буду ждать, пока монашка придет. Потому что ящик довольно громко падает. Так. Громит. Нажимаю громит. И аккуратненько метлой поддеваю. Так. Возможно, если она упадет с большой высоты, то что-то будет. Так, в общем, сейчас жду монахиню. Ой, так, ребят, она меня увидела. Сейчас подожду, пока она начнет открывать дверь. Опа, я быстренько перепрыгиваю. Начинаю валить от нее. Она где-то сзади. Так, надо валить, надо быстренько валить. Иди сбрасывать шкатулку. Ай, дверь, промахнулся. Нет, она бежит. Нет, ребята, нет. Блин. Ребят, ну это была вот эта вот смерть была не настолько страшной, насколько вот просто вот неприятной, потому что хотел пройти за один день, но не получилось, блин. Надеюсь, сейчас хотя бы со второго дня получится. Так. Так, в общем, сейчас опять же, не теряя ни просто ни одной миллисекунды, сразу же бегу наверх. Она меня не увидела. Опять та же самая история, ребята. Повторилась. Теперь вы знаете, что она всегда появляется наверху. Будьте внимательны. Ай, она меня увидела. Нет. Она меня спалила. Но я не сдаюсь. Я сильный. Ой, блин, да какое же напряжение тут жесткое. Ой, что он остановился? Этот пацан просто, за которого я играю, просто взял и остановился. Что с тобой, парень? Беги так, бегу за шкатулкой. В принципе, монахиня меня уже потеряла. Фух. Так, беру шкатулку. Главное, чтобы она сюда не пришла. Сразу же, очень быстро скидываю шкатулку. Отлично, она упала. Вот прям вот, куда мне нужно, рядышком. Так, монашка там прошлась по шкатулке, но меня не нашла. Это отлично. В общем, монашка сейчас примерно уже уходит куда-то. Жаль, я не знаю куда. Все, вон моя надежда на спасение мигает там внизу. Так, сейчас быстренько просто ключ от главной двери. Сейчас встаю и просто пулей бегу к двери. Ребята, давайте, давай, 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 давай. Главное, чтобы она сейчас сзади не подошла. Да! Это, ребята, на экстриме. Плюс новое достижение. Прошел через главную дверь на экстриме. Блин, ребята, это было реально настолько страшно. Потому что я знаю, конечно, этот уровень не настолько темный, как был прошлый хард. Но, в общем, это очень круто, что у меня получилось все сделать. И, ребят, если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, напишите про него что-то в комментариях. Также пишите свои идеи, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Также нажимайте, подписывайтесь на канал Ванчик-Пацанчик и нажмите на серебряный купол, потому что без него вы не сможете узнать о новых видосах. Ну а я с вами буду прощаться. Это с вами был я, Ванчик-Пацанчик, монашка. До скорых встреч. Всем пока.